Всем огромный привет! Я сейчас нахожусь в магазине Fix Price. Буду снимать в одном магазине по адресу Сыромолотова, 28А, город Екатеринбург. Рамки для фотографий 13 на 18 сантиметров. Два цвета, голубой и белый. Рамка сделана из полистирола и стекло. Цена 99 рублей. Рамку можно повесить горизонтально, вертикально или поставить на стол. Можно купить меньше для фотографий 10 на 15, 79 рублей. Посмотрите, какие к нам привезли шкатулки. Аналогичные серии Эльмар с ракушкой. Морская звезда, цена 249 рублей. Материал керамика, я так поняла. Пузатенькая тоже продается с морской звездой, но не нашла. Прелестные шкатулки для мелочей. У меня подобные лежат резинки для волос. Круглая мне показалась интереснее, с рыбкой, с другой стороны ракушка и звезда. Крышка необычно смотрится, шероховатая, матовая, как будто камни имитируют. Пишите, понравились вам или нет. Декоративная фигурка корабля, она полностью сделана из стали, всего две расцветки. С другой стороны черный цвет, цена 149 рублей. Цена на кораблик. Декоративная подставка рыбка. Большую вы все видели, она 27 сантиметров, цена 249 рублей. Сегодня привезли меньше, 22 сантиметра, 199. Некоторые подписчики пишут, что до сих пор не привозили серию Эльмар. Удивительно, у нас уже давно. Блюдо с ракушками не декоративное, можно использовать для подачи холодных закусок, для сладостей, для подачи горячего. Цена 199 рублей, 37 на 16 сантиметров. Блюдо очень тяжелое, одной рукой сложно держать, написано, сделано из фарфора. Сезон купания открыт, я думаю, такие игрушки актуальны. Большой надувной круг зверушка. Вариантов несколько, первый пони, жираф, слон и фламинго. Они стоят 349 рублей. Не вижу разницы в толщине, такой же, как и раньше привозили с блесками. Одна сторона прозрачная, другая белая. Такого плана не привозили, голова огромная, смотрите, будет сильно выступать. Для взрослых и подростков. Товар выставили вчера в день подставки. Большое спасибо продавцам. Цены сегодня на все есть. Надувной пляжный мячик с фигурой. Фигуры разные, 32 сантиметра. Диаметр 116 рублей. Здесь фигура фламинго и единорог. Изменили дизайн, а мячик такой же, как и раньше. Подставка под ложку в форме рыбки, цена 99 рублей, из керамики сделана. На этикетке указано, что нельзя мыть в посудомоечной машине и ставить микроволновую печь. 99 рублей. Белый цвет и нежный голубой, светлый. Маленькие салатники из опалового стекла, 59 рублей. Но, по-моему, с таким рисунком раньше привозили. А эти, скорее всего, стоят 62 рубля. Бульонница с ручками, 850, 149 рублей. Бульонница тяжелая, на выбор три цвета. Это новые кружки, они явно из доломита, очень легкие. Цена 149 рублей, объем 320. Морской конек, ракушка и декор якорь. Кстати, их нельзя ставить в микроволновую печь и мыть в посудомоечной машине. Эти кружки напротив, очень тяжелые, серия Париж. Цена 99 рублей, материал фарфор. Ручка треугольная, как вам, удобно или нет, объем 470. Знакомые кружки из прошлогодней коллекции, возможно, кому-то нужно докупить, 62 рубля, из керамики. И такие не видела, 79 рублей. Матовая поверхность и внутренняя сторона белая, все как я люблю. Набор контейнеров состоит из трех штук. Первый 1,5 литра, 850 и 500 миллилитров. Цена 133 рубля. Производит Россия, можно вставить микроволновую печь, мыть посудомоечной машине и что-то замораживать. У этих контейнеров крышка откручивается, нашла два варианта декора. Объем 1 литр, цена 59 рублей. От Азбуки Кухни соль мелкая экстра, 500 граммов, 35 рублей. Новый чай в пакетиках «Принцесса Ява» Каркаде, 25 пакетов, 59 рублей. Это тоже новинка, золотая чаша, черная смородина. 20 штук, 31 рубль. Ромашка появилась. Новый ободок для укладки волос. Вот такая форма, пластиковая деталь и мягкая сверху. Цена 99 рублей. На выбор черный, коричневый и бежевый цвет.
Новый контейнер, а точнее новые рисунки, объем 6 литров. Россия производит, на защелке закрывается. Они продаются с крышками, но я не нашла крышки. Второй вариант с солнечными лимонами. Цена 199 рублей. Крышки нужно спросить у продавцов, точно должны быть. Давно не было этих корзинок, длинные прямоугольные, 3 литра размеры, я думаю, все видят. Их можно использовать для косметики, для бытовой химии, для продуктов. Цена 99 рублей. На выбор белый цвет и серый. Маленький серый лов 20 сантиметров, 69 рублей. 30 длина, 116. Это цена на первую маленькую и большая, но серых нет. Новый сабо, мне понравился дизайн, симпатичный, ничего лишнего, 399 рублей. Размеры, как обычно, 36, максимально 41. На выбор два варианта, первый мне больше приглянулся. А детские обойдутся 249 рублей, размеры сейчас все есть и цвета разные. Это новые женские шлепки, на выбор белый цвет и черный, аналогично размеры 36, самый большой 41, 399 рублей. С собой шлепки российского производства. Встречайте, порошок для стирки детского белья Утя Путя. 3 килограмма 180 рублей, без карты 199. В составе на первом месте соль более 30%, сода 15-30, анионный ПАВ 5-15, неногенный. Отбеливатель, перкарбонат натрия и одушка. Конкретно какая, неизвестно, но скорее всего не сильная. Я от этого порошка какого-то ярко выраженного аромата не ощущаю. Состав мягкий, если кто-то покупал, поделитесь, пожалуйста, отзывами, как он действует и как отстирывает. Порошок коробки называется «Апрель», вес 400 граммов, рассчитан на 6 стирок, автомат, цена 49,50. В составе 5,15 анионный ПАВ, отбеливатель кислородосодержащий, поликарбоксилаты, неногенный ПАВ, одушка. Одушка, кстати, очень сильная. Ошиблась, цена 69 рублей. Симпатичная бутылка с дозатором мыла «Пенка». 500 мл, 174 рубля. Марка «Грасс». От «Грасс» мы ранее видели только бытовую химию. Вводят заблуждение, написали возраст 0+, гипоаллергена клинически доказано. Аромат сливочно-лимонный десерт. Мыло в пакетах в фикс-прайсе с более интересным составом, где присутствуют смягчающие компоненты, здесь они отсутствуют. Диталонамин, лаурет. Шампунь от Тимоти с натуральным соком винограда, легкость и объем, витамины В5 и Е. Гордая надпись без парабенов, красителей и силиконов. 133 рубля. Состав неплохой для этой цены, обошлось без диталонамина, есть пантенол, консерванты щадящие, объем 400 мл. Пришла в отдел канцелярии, здесь очень много новинок. Сейчас все подробно расскажу, покажу. Признавайтесь, кто любит собирать ребенка заранее в школу. А мне это настолько нравится, что мы уже... Купили рубашку, вчера купили рубашку, есть юбка новая, пенал, ищем сейчас рюкзак. Большой набор тетрадей, в комплекте 12 штук, предметная тетрадь со справочным материалом. Комплектом продается, открывать по одной штуке покупать нельзя. Цена 399 рублей. Рисунки не отличаются, надписи только разные, все черные. Скорее всего с прошлого года, хотя такие обложки не помню. Вариантов очень много, цена 1,29. Тоже предметные тетради, 48 листов, линейка и клетка. Соев лаком. Красивая обложка и намного плотнее, чем предыдущая. Листы белоснежные с полями. Стоит 59 рублей. Литература. География. Русский язык. Геометрия. Алгебра. Английский. История очень красивая. Набор обложек для тетради и учебников, всего 15 штук. 10 обложек для тетради 21 на 35 сантиметров и 5 универсальных обложек для учебников с клеевым краем 27 на 45 сантиметров. Цена 59 рублей. Толщина 70 микрон. Недавно купили обложки в живом слове и ошиблись с размером. Они оказались немного больше. Так что перед покупкой измеряйте. Новый держатель для пропуска с лентой. Поинтереснее, чем в прошлом году. Цена 83 рубля. Первый с матрешкой. Яркий позитивный корпус непрозрачный, лента широкая. Вариантов масса. Производитель разгулялся. С бабочкой, с собакой. Мяч футбольный. И котик, который очень устал.
Клей-карандаш от марки Берлинга. Обесцвечивается по мере высыхания. Индикатор 8 граммов. Цена 59 рублей. Обычные карандаши не обесцвечиваются. Белый клей 25 граммов 62 рубля. И 79 рублей 19 граммов. Новые пеналы по краям силиконовая вставка. Благодаря этому они прекрасно держат форму. Сама ткань тоненькая. На молнию закрывается, внутри нет никаких делений. Цена с картой 189, без карты 199. Шит отлично, ткань непромокаемая. Так, эти пеналы намного больше, поинтереснее, 279 рублей. Но снова нужна карта фикс-прайса, без нее цена 299. Закрывается на липучку. Очень много отсеков, карман с сеточкой. И для ручек, карандашей, резинки. Пенал громоздкий, но в такой все поместится. Три отсека с молнией. Цена на пенал с тремя делениями. Это самые простые пеналы без делений. Тоненькая ткань. Форму они особо не держат, но для ручек, карандашей вполне подходят. У нас есть парочка таких. Цена 116 рублей. Добавили декор. Котик с девочкой. Здесь капибара, акула. Появились наборы тканевых термонаклеек в упаковке 21 штука, 3 цвета. В каждом наборе 3 цвета. Легко фиксируются утюгом, не отклеиваются при стирке. На одежду, на рюкзак, на обувь. Цена 59 рублей. Несколько лет назад мне написали, что дневники не используют. У нас в школе используют. В начальных классах точно. Мина сейчас пойдет в 4 класс, и нужно будет покупать дневник самостоятельно. До этого покупал родительский комитет. Все были одинаковые. 40 листов, цена 79 рублей. Глянцевая обложка, и вариантов очень много. Россия. Вот такой. С машинами. В наше время были простые белые с мягкой обложкой. Сейчас выбор огромный. Дети записывают домашнее задание в этот дневник. Электронный у нас тоже есть. Шариковые ручки с синими чернилами. Корпус у всех одинаковый. Упаковки 9 штук. Средняя линия письма. 1 мм. Производитель Франция. Цена 99 рублей. А эти шариковые ручки с синими чернилами производятся в Саратове. Более тонкое письмо. Цена 59 рублей. 8 штук в наборе. Набор шариковых ручек 4 штуки с удобным прорезиненным держателем. Синие чернила 59 рублей из Китая. Удобный захват с прорезиненной вставкой. Мы такие покупали, они треугольные, мне нравятся. Удобно писать, но не все оценят. 59 рублей. Хорошие ручки. Синие чернила, но расцветки корпуса разные. Оранжевый, синий. Набор простых карандашей, упаковки 10 штук, твердость Б, цена 59 рублей. Сейчас привезли однотонные без рисунка, серые, голубые, черные. Я покупала с рисунком, у меня пленочка слезает, но не на всех. Набор чертежный состоит из 4 предметов. Линейка 20 см, треугольник 10-12 и транспортир. Россия производит. Цена за набор 59 рублей. На выбор синий, фиолетовый и зеленый цвет. Новые слаймы, они с наполнителем. Смотрите, наполнитель бисер, шарики. Здесь тоже бисер, фрукты, декор фрукты и другие варианты. Синий, зеленый, оранжевый и другие. 99 рублей. Забавная вещь, на такие слаймы на себя собирает всю пыль, ворсинки, ниточки. Пылесборник. Некоторые подписчики меня спрашивают, что я заказываю в интернет-магазине MyIndia. Посылку получила давно, сейчас готова оставить отзывы, потому что все протестировала. Ссылочки на все товары, а также на магазин размещу в инфобоксе. Зубная паста с мятой, 100 граммов, цена 450 рублей. Это паста непривычного коричневого цвета, без какой-либо химии, поэтому она слабо пенится, но очищает до скрипа. Активные компоненты – минерал бентонит, обладает антибактериальными свойствами, подсластитель, экстракт стевии, эфирное масло перечной мяты и масло чайного дерева. Это паста с экстрактом прополиса и гуавы, также есть бентонит и масло гвоздики. Была удивлена, что Амине тоже понравилось, хотя изначально она не восприняла ее, сказала, что странный специфический вкус и аромат, а сейчас нравится. В зеленой упаковке лежит тростниковый сахар 500 граммов, а справа вермишель положили в подарок.
Настолько вкусный сахар, необычный, непривычный, я теперь очень часто делаю с ним выпечку. Тростниковый сахар – это натуральный подсластитель, его изготавливают путем концентрирования и выпаривания сока сахарного тростника. Содержит много ценных витаминов, минералов, благодаря высокой концентрации железа он полезен при низком уровне гемоглобина. Рекомендую попробовать, оценить хотя бы один раз, потому что очень необычно и вкусно. Кокосовое нерафинированное масло. Я заказывала разные виды, и мне кажется, именно это масло самое удачное – 250 граммов. Это масло можно использовать для выпечки. У него самый нежный, деликатный вкус, и когда я готовлю омлет, послевкусие кокосовое практически не ощущаю. Безусловно, больше подходит для выпечки, чем для приготовления обычных блюд. И можно использовать для ухода за собой, применение масла. Огромная банка с леденцами. Леденцы непростые, они от кашля с гвоздичным послевкусием. В упаковке в банке 200 штук. В таком количестве мне одно не нужно. У меня семья маленькая, я часть уже дала подруге, отвезу маме и остальное оставлю себе. Большое количество активно действующих компонентов, часть названий я не знаю, можно посмотреть на сайте. Выводит мокроту, убивает микробов, освежает дыхание и устраняет боль в горле. Реально эффективные, леденцы понравились, однозначно рекомендую. Африканское масло ши, интенсивное питание кожи, 100 граммов. Масло ши быстро снимает зуд, шелушение кожи, для волос используют, если секущиеся концы. И, конечно же, для массажа. Расход экономичный и запах чудесный. Использую для пяточек, точечно при шелушениях на лицо наношу. Моментально снимает сухость, смягчает и защищает от солнца. Гель для лица с алоэ верой и медом, 100 граммов, цена 400 рублей. Большой плюс, на первом месте именно алоэ вера, а не глицерин, как обычно это бывает. Алоэ вера увлажняет, успокаивает кожу, ускоряет регенерацию клеток. Сейчас лето, после активного пребывания на солнце, использует этот гель для лица, для тела. Хорошо справляется с солнечными ожогами, успокаивает и очень легкий по текстуре. Чай Slim 150 граммов, цена, по-моему, 700 рублей. Смесь трав, созданная для снижения веса, детоксикации всего организма, обладает очень приятным ароматом и послевкусием. После этого чая у меня хорошее самочувствие, я только начала пить, поэтому об эффективности пока говорить сложно. Возможно, присутствует слабый мочегонный эффект. Масло шиповника 15 мл, 370 рублей. Действенное. Эффективно увлажняет кожу, устраняет воспаление, избавляет от зуда, сухости. Поможет в борьбе с растяжками, пигментацию снижает и осветляет кожу. Второе масло гвоздики 290 рублей. Хорошо помогает при головной боли, можно наносить на виски. И также обладает антисептическим противовирусным свойством. Этот крем положили в подарок, он от всего, можно даже вовнутрь принимать. Хорошо помогает при ожогах, ранки заживляет и также от укусов насекомых. Обзор завершаю, ссылки оставляю, надеюсь, информация была полезной. Всем пока!